Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности годовалому ребенку. Тело девочки с признаками гибели в воде было обнаружено 13 марта на территории частного участка, где ребенок проживал с родителями. Следственный отдел по Симферопольскому району установил, в тот роковой день мама оставила девочку спать в коляске во дворе, а сама ушла в дом заниматься делами, периодически проверяя ее. Упавшего в искусственный пруд ребенка обнаружил старший брат, который вернулся из школы и по просьбе матери также выходил проверять спящую сестру на улицу. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть девочки. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые мероприятия для установления полной картины происшествия. Назначены и проводятся соответствующие экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ведомства. Сотрудники Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю обращаются к родителям с настоятельной просьбой: не оставляйте своих детей без присмотра, не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков,